правительстве Карелии обнаружили повод для оптимизма. Хотел отметить, что мы на самом деле испытываем действительно такой некий позитив от того, что происходит на сегодняшний день в промышленности. Министр Олег Арменин перечислил причины позитивного настроения. В правительстве ждут разрешения ситуации с банкротством Кондопожского ЦБК. Целлюлозно-бумажный завод в Питкяранте не вызывает опасений. На ЦБК Сегежи ждут 11-ю бумагоделательную машину. Петрозаводск МАШ планирует производить ветряные установки, а на Двоице некие строительные блоки, а также чулочно-носочные изделия. Говорят о двух готовых инвесторах. Стабильная обстановка на Онежском судостроительном заводе. Пакета заказов хватит примерно до середины следующего года. На фоне успехов промышленности теряются успехи конкретных горожан. Реальные доходы населения Карелии снизились. Если у нас, например, мы говорим, что рост цен на продукцию больше, чем рост заработной платы, то, соответственно, как бы получается, да, вот этот эффект. Средняя получка жителя Карелии при этом выросла примерно на 7% и составила 31 600 рублей. Но зарплата – это лишь половина от общего понятия доходов населения. Сюда же относят пенсии, стипендии и прочие денежные бонусы. Проблема в том, что зарплаты, пенсии и финансовые поступления по-прежнему не успевают за денежными тратами в виде растущих цен и тарифов.